Вместо лугов – пустые бутылки, вместо цветочных полян – битые стекла. Некогда живописный участок городской черты Илюшина Сопка, или в простонародье Сопка Любви, уже давно является складом промышленных и бытовых отходов. Председатель исполнительного комитета Виталий Наливкин в рамках экологической акции «Чистый город» посодействовал в решении данного вопроса. Сопка действительно превратилась в городскую свалку, поэтому нами было принято решение использовать ее по назначению. Люди сами выбрали это место, поэтому мы решили закрепить это на законодательном уровне. По завершению экологического субботника также были проработаны варианты последующей переработки мусорных отходов. По словам Виталия Наливкина, данный вопрос еще находится на стадии рассмотрения. Чтобы их переработать, надо сначала их собрать, а потом будем принимать решение. Председатель также добавил, что в будущем подобные акции в Уссурийском районе будут проводиться на постоянной основе.